Всем привет. Я сегодня думаю, я сколько ездим и думаю, для чего же вот эти все палки? Ребят, ну вот, может быть, вы напишите, для чего эти палки? Я уже выяснила. Может быть, кто-то из вас знает. Смотрите, какой мост. Красота. Да? Какие будут предположения, для чего вот этих палок длинных, высоких навешали? Расскажу в следующем видео. А пока пишите комментарии. Вот смотрите, видите, еще есть такие же длинные палки. Ну, может быть, кто-то из вас и знает. Я, например, только сегодня узнала. Смотрите, их просто, ну, очень большое количество везде. Так вот проезжаем, видите, их очень много. Жду от вас предположений.